Вечером. В куплете. Что тебе дарить, скажи, братишка? Rolls, виски, Hummer, Mercedes. Знаешь, подари мне лучше книжку. Книжка — это супер, это yes. Книжку, книжку подарили Мишке. Радостно чего и говорить. Книжку подарить. Что, надо подумать, кстати. Неплохой вариант. Чую, женский праздник будет жарок. И предупреждаю, не шучу. Книжка — это так себе подарок. А чё это? Я его не так себе хочу. Книжку, книжку, наша Таня против. Так скажу, огнем она горит. А говорят, что книжкой праздник презента. Вот неохота в праздники читать. Подарите мне 0,7 контента. Я хочу контент предпочитать. Книжку, книжку дарим только Мишке. А это замечательно.